Я ему писал после боя, я говорю, ну, тебе надо подраться с Шлеменко, и вот это будет твой следующий шаг в российском ММА. Было бы вообще интересно. Но мне реально интересно это бой посмотреть. Шлеменко и Исмаилов. 84 или 93, или там, ну, любой вес. Будет вообще интересно. Я думаю, они, во-первых, зрители получат то, что хотят. Во-вторых, они получат деньги. За Исмаилова Шлеменко тоже зарядит, да, так скажем. И Мага тоже с космоса тоже нормальную цифру назовет за Шлеменко, правильно? Я думаю, это очень хороший бой будет, это очень хорошее противостояние. И я Маге посоветовал бы, чтобы он отдых не брал. Потому что, если я не ошибаюсь, ему 34-35, когда между боями большой перерыв, там плохо сказывается. Вот сейчас он на ходу, чтобы не потерял форму, чуть-чуть месяц отошел и заново, чтобы вернулся. И подрался с Шлеменко. Я думаю, декабрь, январь вообще будет идеально для них. Очень, для меня очень интересное противостояние в российском ММА. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.